3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это день сильных, устремленных людей, понимающих ценность жизни. В преддверии памятной даты клуб «Инвалидов Надежда» провел праздничное заседание. В далеком 1990 году одна очень стойкая и сильная женщина, Любовь Кузьменко, решила объединить вокруг себя людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы подарить им возможность общаться, путешествовать, жить полноценной жизнью. Так в Славянске на Кубани появился клуб «Инвалидов Надежда». За свою почти 30-летнюю историю члены клуба стали одной большой дружной семьей. Вместе выезжают на природу, участвуют в конкурсах, спортивных соревнованиях, проводят праздники. Эта встреча является как бы нашей отдушиной, вот, в которой мы можем себя показать, свое прикладное искусство. Вот. Во-вторых, это общение. Мы ездим на рыбалку, в лес. В прошлом году Роман Иванович подарил Снеговский казан. Мы в этом году на шапшуге готовили плов. Плов был удачный. Чай пили с самовара, все были довольны. И никогда не хотелось оттуда уезжать. Сейчас в клубе более 50 человек. Каждый из этих людей – это пример стойкости и жизнелюбия. И в радости, и в беде они всегда поддерживают друг друга, своей душевной теплотой щедро делятся с окружающими. Не случайно, что встреча, посвященная Международному дню инвалидов, в их клубе прошла под лозунгом «Мы живем, чтобы нести миру красоту и доброту». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».